Доброе утро, друзья! С вами рубрика «Утро в форме» и я ее ведущая Олеся Суркова. Скаемся на ягодицы, любой удобный перекрест ног, макушечка потянулись вверх, плечи опустили вниз. Здесь прикройте глазки буквально на несколько мгновений. Почувствуйте сейчас ощущения в теле до зарядки, до нашей практики. Почувствуйте ягодицы, стопы плотно прижаты к полу, пространство живота, пространство грудной клетки. Направьте внимание в голову, почувствуйте на физическом уровне ощущения в голове и на ментальном уровне наклон головы вперед. И наша задача делать полукруг движением головой вправо и здесь посмотрели в потолок. Опускаем вновь вниз, подбородок прижимаем к груди, макушка тянется вперед. Здесь у нас внизу вдох. И на выдохе мы разворачиваем подбородок к левому плечу. И здесь посмотрели вверх, и подбородок также слегка подняли вверх. Вновь опускаем вниз, вдох, выдох вправо. Еще вдох. Поднимаем голову наверх, замок из пальцев рук. Опускаем ладони на затылок, собираем локти впереди и здесь не давим на голову, наклоняем голову вперед, макушечку тянем вперед и даем возможность позвоночнику под собственным весом, под весом рук мягко вытянуться. Здесь плавно руками мы ничего не давим, наблюдаем ощущения в позвоночнике, как у нас начинается вытяжение от шеи. И постепенно, шаг за шагом, он опускается вниже до самого крестца. И еще здесь спокойный вдох, выдох, вдох. Поднимаем голову наверх, вновь вертикальное положение. И руки опускаем на плечи, ой, на бедра, либо на пол. И вращаем плечами назад. Хорошие такие полные движения. Плечами назад. И вперед. Опускаем ладони на колени. И здесь задача теперь включить полностью тело. Уводим корпус вперед, мягкий прогиб. И круговые движения всем корпусом через правую сторону. Когда уходите назад, максимально скругляйтесь, выталкивайте лопатки назад, а макушку вперед. Здесь можно перекатываться с одной седалищной косточкой на другую. То есть такое движение всем телом. Наблюдайте, как тело просыпается с каждым вашим движением. Вперед. И еще один круг в одну сторону. И через вперед меняем лево. Четыре круга в левую сторону. И еще вдох впереди. Когда корпус достигает спины, выдох вперед. И еще вдох. Выдох. Вдох. И четвертый круг назад. Заканчиваем впереди. Выводим стопы перед собой, сгибаем ноги в коленях, стопы плотно прижаты к полу. Ладони уводим назад. И наше движение. Мы опускаем колени, бедра в левую сторону. Здесь правая седалищная ось поднимается вверх. И в правую сторону такие приятные движения. Включаем в работу ноги. Разогреваем тазобедренные суставы. И еще вправо, влево. Вправо и влево. Возвращаемся вновь в центр, сгибаем левую ногу в колени, опускаем колено-бедро в пол, а стопу уводим в область паха. И мы здесь подхватываем себя правой рукой под правое бедро и поднимаем голень вверх. И вращаем голенью в одну сторону, включаем коленные суставы, макушечка потянулись вверх, спина прямая, и в другую сторону. Угу. Буквально три круга. Ладонь, правая ладонь с внешней стороны правого колена, левой ладонью подхватите себя за стопу и покачайте, как будто лялечку мы качаем на руках, нашу ногу вправо, влево. Здесь все внимание, в тазобедренный сустав очень нежно, очень аккуратно. Спина у нас при этом остается прямой. Еще вдох, выдох. Возвращаем правую ногу вперед. И теперь вновь выводим левую ногу вперед, правую сгибаем в колени, колено, бедро в пол. Вновь подхватываем себя под колено, поднимаем голень. Вращаем в одну сторону. Угу. И в другую сторону. Да, хорошее такое движение в коленном суставе. И теперь подхватываем себя с внутренней стороны
Левое колено за стопу правой ладонью. И здесь вновь покачали вправо-влево. Угу. Мы стремимся увести колено назад за корпус. И затем стопу в правую сторону. И еще здесь вдох. Выдох. Спина у нас прямая, макушечка, тянемся вверх. Угу. Возвращаем ногу вниз и выводим обе стопы вперед. А оба бедра и колено уводим вправо-влево, стопы соединяем вместе. Здесь задача стопы соединить вместе друг к другу и давить стопа на стопу, а бедра, колени уводить в сторону. Ладони можно опустить назад за таз и вытянуться за макушечкой вверх. И наша задача, опуская бедра, колени в пол, мышцами ног мягко здесь давим. Направляем движение. И добавляем махи крыльев бабочек, как их еще иногда называют. И колени чуть вверх, чуть вниз. Здесь без рывков, опять же медленно. И осознанно каждое движение. Угу. Вновь опустили бедра, колени в пол. Стопа давит на стопу. Хорошо, прям почувствуйте. Здесь вдох, выдох, вдох, выдох. И поднимаем руки вверх. Собираем вновь ноги, перекрест ног. Оказываемся на ягодицах в том положении, в котором вы начали нашу зарядку. И прикройте здесь глаза. И почувствуйте ощущение в теле, которое сейчас вы создали своим движением после этой зарядки. Почувствуйте, что ваше тело проснулось и готово к сегодняшнему дню. А на этом наша зарядка окончена. С вами была рубрика «Утро в форме» и я, ее ведущая, Олеся Суркова.